बलवान अदुरु यस्सो नशाद गुरु पदाम्बुजे श्रुतोरपीत सशास्त्रोर कृष्णे भक्ति न जायते। बलवान आदरो यस्सो नशाद गुरु पदाम्बुजे बलवान अदरो यस्सो नशाद गुरु पदाम्बुजे श्रुतोरपी तस्य सशास्त्रोर कृष्णे भक्ति न जायते। गौरी गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल। Гауди Гушчипати Шишила Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что человек, у которого нет преданности, то он подобен животному. Шрила Прабхупад Бхактисиданта Сарасвати сказал, что человек, у которого нет самопредания, он подобен животному. Или я могу сказать, что он человек, не имеющий преданности, он хуже, чем животное, поскольку обусловленные души не имеют контроля над своими органами чувств и умом. И вот в этой шлоке говорится, что наша жизнь, она подобно лодке, плывящей по океану, и если приключится какой-нибудь ураган, и эта лодка не будет иметь капитана и никого иного, кто бы мог вести эту лодку по морю, то проблема может возникнуть в любое время. И таким образом наш Гурудев . То есть имеется в виду, что если человека нет гуру, то в роли его гуру выступает беспокойный ум человека, который не находится под контролем человека, и таким образом невозможно предсказать его дальнейшее поведение. А сколько времени у нас есть в нашей жизни, чтобы мы могли использовать его куда-то напрасно? Сколько времени у нас есть в нашей жизни, что мы так бездумно теряем наше время? Парикшит Махарадж, он был очень разумен, он сразу же принял решение, что сегодня Парикшит Махарадж понял, что у него нет связи с этим материальным миром и с его жителями, с богатством и собственностью. У него тоже нет связи. И зачем посвящать свое время этим временным вещам? Но и Шукадев Госвами, он осознал, что у него есть вечная связь с Верховным Господом. Это главное, но он забыл об этом. И обусловленные души, когда забывают о своей связи с Верховным Господом, они вынуждены скитаться по бесчисленным мирам. Я начал с этой прекрасной шлоки, которую произнес Шринивасачарья. Шринивасачарья, он аватара Гауранги Махапрабху. Шимананда Прабху, он аватара Адвайта Гасая, а Наротам Тагур Нитьянанды. Очень важная шлока. Шринивасачарья говорит в ней, что до тех пор, пока у меня не проявится сильная любовь к лотосным стопам Гурупад Падмы, если я смогу запомнить множество писаний Веданты, Упанишады и прочее, если я их все запомню, но все же, если у меня нет преданности лотосным стопам Гурупад Падмы, то все это не будет иметь значения. Я не смогу обрести бхакти. Бхакти невозможно таким образом. Бхакти — это наивысшее сокровище в этом материальном мире. Это амрита. Она подобна нектару. На самом деле, суть в том, Я хочу сказать много о Сварупе Дживе. В мире идет много споров на эту тему, на тему Сварупы Дживы. И это такой очень международный вопрос, можно сказать, о котором спорят во всем мире. Я уже ответил одному преданному, которого звали Амбариш. Потом я ответил Мадана Гопалу на его вопрос о Джива-татве. И сейчас я хочу рассказать о сокровенном аспекте Джива-татвы, но не сейчас, а в день Екадаши я буду говорить об этом. И также я хочу опубликовать небольшую книгу на эту тему, чтобы избавить вас и прочих преданных, у которых есть сомнения насчет этой Джива-таттвы. И вот сегодня день явления Шри-Шрилы Бхакти Кумуды Санта Госвами Махараджа. И поэтому я начал говорить с этой шлоки. И сейчас я хочу сказать, что Шрила Санта Госвами Махарадж, он воплощение, он олицетворение Шаранагати. Какую любовь, какую преданность мы имеем к Гурупад Падме. Я хочу спросить вас, на самом деле вся наша Гурварга, у них есть у каждого особое качество. И Шрила Санта Госвами Махарадж, у него одни качества. Шрила Бхакти Хридой Бонтев Госвами Махарадж, у него другие особенности. Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он тоже имеет свои особые качества. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, вся наша Гурварга, у нее есть особые качества. И иногда случается так, что некоторые преданные они не могут сгармонизировать особенность нашей Гурварги, то есть они не видят гармонии между ими всеми. И в этом случае возникает проблема из этого непонимания. Джива Госвами Пад, он говорит: что если мы примем прибежище у настоящего садгуру, у которого есть полная сиддхантагьяна, и вот этот садгуру, он должен быть сведущ в сиддханте, поскольку если вы спросите какой-то вопрос у какого-то гуру, который не сведущ в сиддханте, то, естественно, у вас возникнут сомнения в правильности вашего выбора. И это опасно. И Джива Госвами Пад, он говорит, что можно говорить то, что Махарадж произнес. И говорится, что Гурудев, он может, то есть кто такой гуру? Гуру — это тот, кто может удовлетворить все вопросы нашего сердца и разрешить все сомнения, которые возникают в нашем сердце в процессе баджана или перед баджаном. Во время баджана все наши сомнения мы должны прояснять у Гурудева. И если мы не можем получить такое идеальное решение наших вопросов у Гурудева, то у нас может возникнуть сомнение в подлинности такого Гурудева. И в Гите говорится: самсаятма винашити, те, у кого есть сомнения в их сердцах о Кришна-таттве, о Гуру-таттве, о Дама-таттве, о Нама-таттве, о любой таттве. Перед тем, как оставить это тело, мы должны развеять все наши сомнения. Мы должны найти решение всем нашим проблемам перед тем, как мы оставляем это тело. А если мы не сможем развеять наши сомнения, то насчет Дама, Татвы, Нама, Парикара, Вайшиштха Татвы, Кришна Татвы, Рада Татвы, то мы вынуждены будем опять родиться, чтобы разрешить эти сомнения. И поэтому преданность лотосным стопам Гуру Вайшнавов, она очень важна. И на самом деле мы можем изучать Таттва Сиддханту. На примере жизни Шрилы Бхактикумуда Санта Госвами Махараджа. Есть такое общественное мнение, что на день явления Гуру и Вайшнавов нужно думать, говорить о том, где какой-то Вайшнав родился, учился, женился и прочие такие материальные аспекты. Но Бабаджи Махарадж говорит, что это не столь важно. Мы должны говорить о онтологическом аспекте, а не о морфологическом аспекте Гуру Вайшнавов. Какие-то так называемые преданные, они заняты материальными вещами. И, соответственно, говорят только о том, где он родился, отец, мать его была, где работали там и прочие такие, как сказать, исторические, морфологические факты. Но мы от нашей Гурваги, особенно от Шрилы Прабхупады, Бхактисиданты Сарасвати, от Шрилы Кешава Госвами Махараджа, мы слышали нечто особое. Мы слышали, что на день явления или ухода Гуру Вайшнавов мы должны говорить о Таттва Сиддханте, какая же особенность их учения. Я узнал это от Гурваги, от Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа, что во время явления или ухода Вайшнавов мы должны говорить об их Вани Сварупе, о их учении, о их идеальной жизни. И в этом киртане, который поставляет Шрилу Прабхупаду, есть такие слова. Это очень важная шлока. Я много раз обсуждал ее в Пури. В день явления Шрилы Прабхупады Шрила Прабхупад явился в этот мире, но мы не смогли осознать, что когда Гора Вани Сварупа, Шрила Прабхупад, он явился в такой форме, то не все это смогли осознать. Наша Гурвага, все наши Гурваги есть Вани Сварупа, они приходят в этот мир, чтобы помочь нам избавиться от влияния Майи. Гурупад Падма, он говорил, что Нитьянанда, он с распростертыми руками зовет нас, приглашает всех обусловленных душ: приходите ко мне, я спасу вас. Но мало людей, которые заинтересованы в собственном спасении. И вот суть в том, мы говорим о Вани Сварупе Шрилы Шанти Госвами Махараджа, и тогда мы сможем осознать его сиддханту, его вичар, его учение, его идеальную жизнь и принципы, его вайшнава этикет, его характер. И нечто очень важное. Мы очень глупы, если кто-то может говорить о философии Гаудии часами, то многие думают, что он настоящий вайшнав, но это не совсем так. Внешне можно, у кого-то очень хорошая память, он может запомнить философию, но мы не заинтересованы в какой-то сухой философии, мы заинтересованы в чувстве, том чувстве, которое у нас есть, возникает в процессе нашего баджана, какое чувство у нас есть в результате нашего баджана. У нас нет времени слушать какую-то сухую философию и прочее, и поэтому наш главный интерес — это говорить о характере, о действиях, о жизни гуру вайшнавов, особенно сегодня о Шриле Санте Госвами Махараджи. И есть одно важное, нечто важное, что пока вы не обнаружите желание служения, то есть такое, до тех пор, пока вы не обнаружите желание служения у какого-то вайшнава, то это желание служения, оно служит доказательством подлинности этого вайшнава. Поскольку если вы не совершаете служение, у вас нет желания служения, то вы не сможете прогрессировать в баджане. Это севанмукха, это желание служения, это один из главных признаков нашего продвижения на духовном пути. Вот в этой шлоке говорится, что все зависит от нашего желания служения, как много у нас есть этого желания служения, как мы развели его до сегодняшнего дня, и это один из этих признаков нашего баджана. Кто-то может спросить, что кто-то вот много харинама повторяет, но для чего этот человек повторяет харинам? Какова причина? Мы должны совершать харинам для полного удовлетворения Верховного Господа. Все наши действия, в каждую секунду, каждую часть секунды едим, мы спим, думаем, смотрим куда-то. Все, что мы делаем, оно должно находиться, должно делаться с благословения гуру и вайшнавов. Все наши действия, они должны быть для радости Верховного Господа. Если этот критерий не исполняется, то тогда мы не сможем стать совершенным преданным. Мы можем стать каким-то преданным, но достичь совершенства в преданности будет сложно. И какое желание служения у нас есть, это главное. Мы совершаем харинам с благословения Гуру Падпадмы, и когда Гуру Вайшнавы дают вам какое-то указание, нужно сделать какое-то служение, то если вы прикрываетесь харинамом, отказываетесь от этого служения, то это плохо. Я уже говорил, что у Шрилы Бхакти Ракха Шридхар Госвами Махараджа однажды спросили, много преданных приходило на его харикатху, он говорил, поскольку Шрила Прабхупад, он говорил, что Шридхар Госвами Махарадж, он лучший из проповедников, и преданные приходили к нему и спрашивали, что у нас времени нету лак хренам повторять. поскольку все попросят нас сделать какое-то служение, и делая это служение, мы не находим времени для воспевания святых имен в должном количестве. И что же делать? И Шридар Махарадж, он засмеялся и сказал: «О, мои дети, мы совершаем Харинам для того, чтобы обрести больше и больше севы. Мы повторяем Харинам, чтобы Кришна дал нам как можно больше служения, чтобы у нас не было ни секунды для отдыха. Мы молимся об этом Кришне, и это зовётся успех, это зовётся совершенство». Шидадев Гусей Махарадж, он говорил, что почему мы повторяем Харинам, почему мы приняли Харинаму от Гурупад Падмы, поскольку Харинам, мы совершаем Харинам, мы молимся Кришне: «О Кришна, займи нас в служении, нам нужно служение всегда». И почему мы совершаем служение? Чтобы получить настоящий Харинам. Если мы совершаем настоящую севу, мы молимся Кришне, чтобы сделать эту севу совершенным образом, и чтобы у нас был вкус к воспеванию святого имени. Чем больше мы совершаем служение, тем больше вдохновения у нас будет для воспевания святых имен. Если вы можете достичь того момента, когда Харинам, он поглотит все ваше существо, весь ваш ум, все ваше тело, когда ваш ум будет полностью поглощен святым именем, тогда можно сказать, что вы достигли совершенства. Шрила Саччидананда Бхактивинода Такур, он написал этот киртан, в нем говорится о том, что куда бы я ни смотрел, я везде вижу святые имена. Какие-то люди приезжают с Вриндавана, идут на даршан к Гуру Махараджу, спрашивают, откуда приехали, говорят, что из Вриндавана приехали, во Вриндаване так грязно, везде испражнения, везде канализация воняет страшно, обезьяны очки воруют и прочие предметы, одни проблемы во Вриндаване. И когда этот человек ушел, Гуру Махарадж мне говорил: смотри, какой глупец, он приехал из Вриндавана. И они утверждают, что они были во Вриндаване, это их такой даршан, и поэтому я прошу вас не ездить там и тут, поскольку чем больше вы ездите туда-сюда, тем вероятность падения выше. Я не могу сказать точно почему, поскольку проблем много везде. Если я скажу об этом, вы можете неправильно понять. Если кто-то спросит меня, можно ли пойти слушать Харикатху от Шрилы Бхактиваллабхи Тиртха Госвами Махараджа или Бхарати Махараджа, то в этом случае я одобряю, конечно же. Но если кто-то у меня спрашивают пойти в какие-то непонятные места, то я ничего не могу вам сказать. Я не могу сказать, да или нет. Когда вы спросите меня, я в случае такого непонятных преданных, которые говорят о непонятных местах, то не могу ничего сказать про них, ни плохого, ни хорошего, поскольку если я Но также есть некоторые лекторы, которые, не имея не имеют ни капли уважения к Гаудия-мадху. Во Вриндаване так много разных спикеров, которые говорят красиво, но я, сидя на Вьясасане, не могу сказать, что ни один из них не имеет уважения к Гаудия-мадху, поскольку они в сравнении, если они предстанут перед Гаудия-мадхом, они станут подобны тому, как они буквально окажутся без одежды. То есть Гаудия-мадх, он выставит их в таком, в их истинном свете. Они говорят о том, что нет в писаниях, и поэтому они не имеют уважения к Гаудия-мадху, поскольку Гаудия-мадх, он может выставить их в истинном свете. И сейчас так много проблем на духовном пути, что далеко не каждый может понять, что есть что. На каждом шагу много опасностей. И кто-то очень богат, он может обрести много уважения, славы, но должного руководства он не может получить. И Шрила Прабхупад, он сказал нам уже, кто такой настоящий вайшнав. У нас должно быть уважение к вайшнава пратиштхе, иначе мы можем пасть. Пратиштху мы должны ненавидеть, материальную пратиштху. И вот пратиштха, желание славы и почета, оно сравнивается со свиньей. И вот эти свиньи, они питаются испражнениями, и вот такая материальная пратиштха сравнивается с испражнениями свиньи. But to take Pratishtha, they are speaking, I have taken initiation from that Gurudev. Srila Narayan Maharaj also, this that speaking, Bhagavan Sannyasa. Whereas I know they are not disciple of Bhagavan Sannyasa, they are not disciple of Bhagavan. Or if at all they have taken initiation from Bhagavan Sannyasa, still they are not disciple of Bhagavan Sannyasa. If at all they have taken initiation from Bhagavan Sannyasa, but mathematically they prove they are not disciples, they are not the disciples of Bhagavan Sannyasa. Некоторые люди, стремясь к материальной практике, они даже не говорят настоящее имя своего Гурудева, а могут прикрываться именем какого-то великого гуру, как Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, или даже если они якобы приняли посвящение у Вамана Госвами Махараджа, то математически я могу доказать, что они не... что они не ученики Шрила Вамана Госвами Махараджа. И Еще какие-то люди, они оскорбляли Шрила Шанта Госвами Махараджа или Шрила Бхактисиданта Вамана Госвами Махараджа. Я, по их милости, я смог написать должный ответ таким оскорбителям. Но все это было на Бенгале. У нас должно быть настоящее уважение к Вайшнава Пратиштхе. Если мы будем, мы не сможем разобраться, где Вайшнави Пратиштха, а где материальная Пратиштха, то в этом будет проблема. И сейчас я отвечу. Пытайтесь понять, это очень важно. Что такое Вайшнави Пратиштха? Что такое материальная Пратиштха? Материальная Пратиштха, у нее нет основы. Материальная Пратиштха, она временна. А Вайшнава Пратиштха значит, когда вы совершаете баджан под руководством чистого гуру и вайшнавов, то Вайшнави Пратиштха значит, если вы по-настоящему совершаете настоящий баджан. А что это значит? Это значит, что вы полностью следуете вашему гурудеву полностью, не отклоняясь ни на миллиметр, и это зовется настоящий баджан. Если вы будете следовать своему гурудеву, нашей гурварге полностью, не отклоняясь, то в один из дней вы сами можете стать чистым вайшнавом. Те, кто служат гурудеву, они сами становятся гуру постепенно. Понимаете? Если я буду служить моему гуру Падме всем своим сердцем, то будьте уверены, сегодня или завтра Гурудев, он передаст мне свои качества. Мы сможем стать подобным нашему Гурудеву. Некоторые люди служат 40 лет, например, Гурудеву, но находятся в обусловленном состоянии. Как это возможно? Что если кто-то служит 40 лет садгуру, то он все же находится в обусловленном состоянии. Но математически я могу привести научный пример, что если кто-то служит своему Гурудеву, как Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, всем сердцем, то он постепенно вскоре станет садгуру. Как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, например, я могу привести такие примеры. Они полностью всем сердцем служат и следует своему Гурудеву. Как Куреш, он служил Рамануджачари всем сердцем, он готов был отдать жизнь за Гурудева, и он стал таким же великим вайшнавом, как его Гурудев. Бхактисиданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, он тут можно видеть, что те, кто служили ему, они сами стали подобным ему. И если вы служите всем сердцем Гурудеву Вайшнавам, то в один из дней вы можете обнаружить, что вы находитесь на месте Гурудева. Вы можете стать таким же чистым вайшнавом. А без служения в истории баджана до сегодняшнего дня, во всей истории Гаудия баджана, без служения никто не смог достичь совершенства до сегодняшнего дня. Вы не можете найти ни единого примера, что когда кто-то без служения достиг совершенства. Если кто-то повторяет Харинам, например, то некоторые люди не просто делают вид, что они повторяют хринам, но поэтому Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он своих учеников занимал служение в саду, что они должны поливать баклажаны, картошку и туласи и прочие растения. А ученики его говорили, что у нас времени нет, мы харинам пришли сюда повторять. А он говорил, нет, идите, повторяйте харинам, а идите, работайте в саду. И эти преданные все-таки возмущались, и эти преданным надоело, и они и вот однажды пришел Бхактивинод Такур, и они начали жаловаться, и Бхактивинод Такур сказал, что мы должны следовать полностью Бабаджи Махараджу. Он сказал нам служить в огороде, но мы пришли сюда харинам повторять, а не в огороде работать. А Бхактивинод Такур сказал, что, что вы об условии души, для вас работать в саду более благоприятно, поскольку вы не можете повторять чистые святые имена, поскольку повторять харинам и встретиться с самим Кришной — это равнозначно. И поэтому представьте, какие святые имена повторяют чистые гуру вайшнавы. Их харинам и наши харинам, они отличны. Утром очень благоприятно повторять харинам. И вот чистые гуру вайшнавы, когда воспевают харинам, и через этот харинам они И вот вайшнавы, когда они повторяют святые имена, они могут видеть Кришну, они могут видеть Татву, которая является перед ними. Харинам, когда они повторяют харинам, они путешествуют по всей Браджамандале. И некоторые люди, они склонны к имитации, они имитируют то, что делают гуру вайшнавы, но есть такое наставление, что мы должны следовать наставлениям гуру вайшнавов, а не пытаться их имитировать. И поэтому если Бабаджи Махарадж своим ученикам сказал служить в огороде, а они начали возмущаться, что мы тут харинам пришли повторять, а не работать в огороде. А Бабаджи Махарадж сказал, я знаю, какой харинам вы повторяете. Ваш харинам — это просто ментальная спекуляция. Вы хотите стать искусственным гопи, но не нужно этого делать. Я, сидя на вьясасане, обещаю вам, я покажу вам настоящий путь, что описывается в книгах Шрилы Прабхупады, Шрила Бхактивинода Такура, Джива Госвамипада и всей остальной нашей гурварги. Но у нас нет терпения. Некоторые хотят стать гопи прямо сейчас. А что я могу сделать? И таким образом, в начале всего мы должны доказать, что мы развили полную желание, вдохновение к служению. Я могу привести материальный пример, он не совершенен, но все же, как, например, люди, работающие в скорой помощи, то они в любое время суток они готовы выехать на вызов. Мадхав Госвами Махарадж, он приводил похожий пример, что мы, подобные пожарникам, мы должны всегда быть в служении, мы не можем отдыхать, если и мы должны быть всегда готовы к служению, подобно тому, как пожарник, который всегда готов к тушению огня, или как борец за свободу, который готов пожертвовать своей жизнью ради спасения страны. И что такое вайшнави практически? Когда мы станем чистым, совершенным вайшнавом, то тогда в этом случае та пратиштха, которая приходит к вам, она за день не будет влиять на вас. Через ваш баджан, через ваше служение, когда вы достигнете того уровня, когда гуру вайшнавы, они могут сказать, что вот он настоящий вайшнав, он достиг этого уровня. Когда вы станете чистым вайшнавом, то совершенно вайшнавом, то тогда в этом случае весь мир, он предложит вам гирлянду. Весь мир, он предложит цветы вашим лотосным стопам, но это не заденет вас. Но когда мы но те, кто находится в обусловленном состоянии, они не должны принимать такое поклонение. Если какая-то практичка приходит в мою жизнь, я все передаю эту практичку, я передаю моему Гурудеву, и она не касается меня. Любые гирлянды, которые вы предлагаете мне, это не задевает моего сердца. Я предлагаю их моему Гурудеву. Много я знаю. Если какая-то обусловленная душа, но обусловленные души, они могут кому-то поклоняться сегодня, а завтра не могут выгнать этот свой объект поклонения и оставить его. Особенно если объект поклонения будет им указывать, что делать для продвижения на пути баджана. Почему у меня нет учеников? Шрила Бхактивалабха Тиртха Госвами Махарадж, он написал, как Шрила Бхактивалабха Тиртха Госвами Махарадж, однажды какая-то группа из России написала, что вы больше не наш гуру. И вот такие люди думают, что гуру это нечто такое несерьезное. И поэтому я не хочу принимать учеников, поскольку я знаю, все хотят стать гуру, никто не хочет стать учеником. И поэтому я, не будучи совершенным учеником моего Гурудева, как я могу принимать учеников? Я знаю, что в любой момент от принятия учеников могут возникнуть какие-то проблемы. Я готовлюсь к ним, и поэтому никого не принимаю. Но если вы сможете стать совершенным вайшнавом, то тогда любая практичка, которая будет приходить в вашу жизнь, она не сможет принести вам никакие проблемы. Вы можете передать ее вашему Гурудеву, ваш Гурудев Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупад своему Гурудеву, и таким образом она может достичь Радхарани. И мы, Гаудия, мы хотим оказывать всем уважение, а не принимать его на свой счет. Те настоящие гаудии, они никогда не ожидают какого-то почтения, уважения за какие-то качества, которые у них есть. Мой Гуру Махарадж, он однажды мой Гурудев, он восхвалял меня, но видя, что мне это не нравится, я не радуюсь этому, он перестал это делать. И те настоящие гаудии, они никогда не ожидают уважения за то, что у них есть какие-то особые качества. Шрила Мадхав Госвай Махарадж, Бхактисаранга Госвай Махарадж, они подобны Лакшми Гаудия Мадха. Они собирали огромные пожертвования в то время, но все же они думали, что все делается с Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупад, он сделал нас просто инструментом. Он проверял нас. Мадхав Госвай Махарадж, он говорит, что Шрила Прабхупад просто проверил их. Все сделано с Шрилой Прабхупадой. И таким образом в Парампаре, если у нас есть совершенное самопредание, и все, и все качества, которые у нас есть, мы должны благодарны быть за них нашей Гурварге. Гурудев говорил, что нужно совершать баджан. Многие люди, у них нет никакого представления о проповеди. Прахлад Махарадж говорит, что многие люди, они слепы. И они сами слепы и пытаются показывать дорогу, проповедовать другим слепцам. И что же это за проповедь? Только тогда, когда мы достигли успеха в баджане, то тогда мы сможем проповедовать по-настоящему, даже не Каништа Адхикари, а Мадьяма Адхикари высшего уровня, они могут проповедовать по-настоящему. Вначале всего у нас должно быть осознание, и потом только мы сможем проповедовать. И это Сиданта мы находим в жизни Шрилы Бхакти Кумуда Шанта Госвами Махараджа. В начале всего осознание, самосознание. Он великая личность Шанта Госвами Махарадж. И он родился в Миднапуре. И его отец назвал его Рада Раманом. Его отца звали Вайкунтха Прабху, он был учеником Шрилы Прабхупады. А его дядя тоже был учеником Шрилы Прабхупады. Они очень прекрасно пели киртаны. И тогда в один день Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он был Пранавананда Брамачари, и Шрила Бхакти Хридой Бондев Госвами Махарадж. Они оба отправились в дом Шрилы Шанта Госвами Махараджа, Вайкунтха Прабху имеется в виду, его отца. И там они совершали санкиртан Харикатху и жили там какое-то время, и тем временем Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он был брамачари, в то время его звали Пранавананда Брамачари, Парамананда, точнее, Парамананда Брамачари. И вот Парамананда Брамачари спросил его отца Вайкунтха Прабху. Он был учеником Шрилы Прабхупады, Махарадж уже сказал, его братом в Боге. И он сказал, что я прошу тебя отдать своего сына для служения Шриле Прабхупаде в Гаудия Матх. Можешь ли ты это сделать? Да. Да, я могу. Ты спроси, если он готов, то идите. И мой Гурупад Падма Парамананда Прабху, он сказал, что ты можешь идти в Гаудия Мат к Шриле Прабхупаде, можешь жить с Гуру Вайшнавами все время, слушать Харикатху, воспевать киртаны. И он согласился, и вот они решили, собрали и ушли. И поэтому до последнего момента своей жизни Шанта Госвами Махарадж говорил, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он мой шикша гуру, они забрали меня из дома и привели в Гаудия Мат. Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он тоже способствовал этому. И после этого, как он присоединился к Гаудия Матху, ему было около 80 лет. Он в то время Гаудия Матха находился на улице Ультаданга, и вот он, живя в Гаудия Матхе, впоследствии поступил в школу, и он учился в школе и служил в Гаудия Матхе. Шрила Прабхупад, он проверял его много раз, какую привязанность имеет Рада Раман Брамачари к нему, к Шриле Прабхупаде. И впоследствии он получил Харинам и Дикшу, имя ему такое сохранили. И Шрила Прабхупада, когда бы он не спрашивал у Рада Рамана, может ли он совершить какое-то служение, он всегда был готов к этому служению. И в то время в Чайтанья Матхе тяжело даже представить, что там было в Чайтанья Матхе в то время. Все преданные, каждую часть секунды они были заняты в служении. Сейчас у нас есть телефоны, интернет, компьютеры, какие-то роботы, помощники, но нельзя сравнивать их жизни с нашей. Вот в то время Шрила Прабхупад, он каждый день издавал Надя Пракаш, это была ежедневная газета, Гаудию еженедельно, следующую ежемесячно, еще много книг издавали, еще это все на нескольких языках, на 5 как минимум. И смотрите, чтобы понять Вайшнава, нужно почувствовать его сердце. Чтобы понять Вайшнава, мы должны почувствовать его сердце. Качество гуру Вайшнавов, какое служение у них, они всегда хотят совершать служение. Они жалеют об условных душ, они думают, как их спасти. Пишут, говорят, организуют какие-то праздники, различные выставки. Мы не можем даже подумать об этом. Они думают о... Они думают об условных душах. Они думают о том, как их спасти. О, Кришна, как я могу спасти их? Они организуют фестивали, праздники. Многие люди, материалисты, они не понимают этого. Зачем нужно организовывать большие праздники? Могли бы сидеть все хреном повторять молча. А большие фестивали организуются Гаудиматхам для того, чтобы служить Шри Кришне, чтобы служить Гауранге Махапрабху, а не для наслаждения. Сейчас много праздников организуется, но какое благо можно обрести от них? Но на таких праздниках Махарадж говорит, что можно только поесть, и все. Каждую ночь мы должны плакать и думать о том, какое благо мы получили в этот день, что мы сделали хорошего в этот день ради нашего баджана, что... Если мы не будем думать об этом, то тогда мы не сможем продвигаться дальше. Всегда мы должны считать, думать, как мы прогрессируем, какое служение мы совершили Туласи, Ганге и Гуру Вайшнавам, какую-то харикатхе, какая же техника баджана, вы знаете об этом. Техника баджана — это быть занятым. Все время это техника баджана. Мы должны быть всегда заняты в служении, в баджане. И это зовется секрет такой баджана. У нас не должно быть свободного времени. В жизни чистого вайшнава нет ни секунды свободного времени. У него не может куда-то час пропасть, или день, или там секунда даже. Это не так. И Шрила Шанта Госвами Махарадж Радараман Брамачари, он все время совершал служение. Он стирал одежду вайшнавам и делал прочие служения. И учился в школе, в то время слушал Сиданту. И Вамана Госвами Махарадж, он тоже так же жил в Гаудия Матхе, он ходил в школу и совершал служение в Матхе. А то, что слушал в школе, он это запоминал, ему не нужно было делать домашнюю работу и прочее. Когда он ему некогда было и незачем делать домашнюю работу, поскольку он и так с первого раза все запоминал. И таким образом, смотрите, Радараман Брамачари совершал служение, и Шрила Прабхупад Он проверял его, какое умонастроение у Радарамана. Однажды Шрила Пранавананда Брамачари попросил Шрилу Прабхупаду, он сказал, что нету бумаги больше, как мы можем печатать на Джайпракаше, что бумага кончилась из-за этого дождя, никто не мог собрать. Ну, из-за непогоды, в общем, бумагу не привезли, а то, что есть, видимо, пропало. Если кто-то, да, вот Радараман есть, позовите Радарамана. И Радараман пришел и сказал, спросил, можешь ли ты сделать какое-то служение, что тебе нужно ехать в пресс Кришнанагара. В то время это был лес, джунгли практически, и дождь еще шел, а Радараман сказал, да, я готов. И вот он взял велосипед и поехал. И Шрила Прабхупад, он дал ему какие-то эти, ну, в общем, принадлежности для печати на Джайпракаше, забыл слово, не черновики, а как там, ну, типа того, огранки, и он поехал. Taking outside job to get money, because that's a no donation. Now, if anybody, if you want, right, you do it. In my life also, so many publications have done. How I have done? It's a long history. Impossible. Almost 60 books, magazines, read. How possible? Махарадж, и в то время этот Махарадж, который не Махарадж, а преданный какой-то, он еще саньясу не получил, по-моему. И вот тот человек преданный, который заведовал прессом в Кришнанагаре, он служил в прессе, еще работал на какой-то работе, чтобы отдавать деньги Гаудия Матху, поскольку Гаудия Матх был очень беден в то время. И Махарадж, он тоже, Бабаджи Махарадж, печатал книги, и на книги достаточно много денег уходит, а Махарадж этим еще занимается один. Все с публикацией, организацией всего, сбором денег для печати и прочее. И вот во время Радараман Брамачари отправился туда, взял бумагу, и вернулся назад. А поскольку был дождь, он эту бумагу завернул в свою одежду, в доте. Ну, он в доте и в утаре был. То есть можно теоретически в одном утаре ходить. Вот он в утаре оделся, а бумагу это завернул в доте. И таким образом довез ее, спася от дождя. И вот Шрила Прабхупад однажды из Дакия, из Мадхадакия написали письмо Шриле Прабхупаде, чтобы он послал кого-то, кто бы мог красиво петь в их Гаудиматхе, поскольку некому у них петь. И Шрила Прабхупад позвал Радарамана и спросил, можешь ли ты поехать туда. А Радараман сказал, да, конечно. В то время это Бангладеша не существовало еще, это была одна Индия. И вот Радараман собрался и поехал. Нужно было для начала И вот и когда Радараман, он и когда ехал на поезде, то он сел у окна, тут пришли какие-то люди, начали возмущаться, что тут старше, как сказать, эти пожалуйста, мы старше, а ты тут пришел, он как бы первый пришел, а сел, где свободно было, а эти люди начали возмущаться, что ты какой-то пацан сел на место уважаемых людей. И Радараман, он встал и стоял у двери. И в то время, потом он доехал до переправы, там было объявление, что погода плохая, и нужно... молиться, а что и было объявление по радио, что поскольку погода плохая, то нужно было помолиться Господу, чтобы Господь, послал хорошую погоду. Эти люди, находящиеся с ним, которые выгнали его из поезда, то они начали беспокоиться и плакать, сожалеть о том, что у нас нету, мы не занимались никаким баджаном, верховному Господу, и что же делать, погода плохая, то и поскольку плохая погода, из этого урагана может что-то плохое случиться с нашим транспортом, и они попросили этого Радарамана, чтобы он от их имени помолился. А Радараман сказал, что давайте вместе молиться. Давайте. И вот он начал петь, он начал сказать, что он сейчас будет воспевать святые имена, и всем нужно повторять за ним. И вот он начал петь, и начали санкиртану таким образом, и вся эта лодка, она пела вместе с ним. The Radharam Prabhuji wanted to prove that there's no God, there's so nice personality. And he is keeping patience. People going to praise me, people going to criticize me. Радараман, он, несмотря на то, что люди сначала критиковали его, потом начали уважать, то он не предавал. этому какого-то большого значения, поскольку если слишком возгоржусь или возмущусь тем, что меня уважают или не уважают, то это будет плохо для моего баджана. И он знал, что это простые материальные люди, могут они восхвалять меня, либо критиковать, но какое отношение это имеет ко мне? Обычные люди. И таким образом, однажды, вот Рада Раману, когда было около 12-13 лет, то он долгое время был лишен общения с Шрилой Прабхупадой, поскольку уехал в Даку по его указанию. Шрила Шанта Госвами Махарадж, он пришел достаточно поздно в Гаудия Мадх, и тем временем вечные спутники Шрилы Прабхупады. А какая разница, если он вечный спутник Шрилы Прабхупады, раньше он явился в этом мире или позже, если он вечный спутник. И однажды Шрила Прабхупад, он дал ему наставление ехать в Бирму, ремонт какой-то деревни. Там был Гаудия Мадх, в Дарджилинге тоже был Гаудия Мадх. И в Римун, это Бирма, в той области, там был Гаудия Мадх. Вот его отправили в тот Гаудия Мадх, в Бирму. И вот он поехал проповедовать, точнее, помочь в проповеди тем преданным, которые уже там были. Возраст, он не особо важный фактор, поскольку, смотрите, Шукадева Госвами в возрасте 16 лет он говорил Бхагаватам, слушали его очень уважаемые и старшие личности, отец, дед, прадед и риши, которым сотни тысяч лет. И также Радараман, он помогал в проповеди. И если кто-то что-то говорил против Гаудия Мадха или против Сиданты Гаудия Мадха, Радараман, он быстро давал должный ответ, хотя он был мал, но он был очень разумен. Многие хотели пошутить с ним. Однажды он пошел купить сладости из одного магазина сладости. И хозяин магазина был бенгалец. Много сладостей, видов было в этом магазине. И каждую сладость он назвал в честь Кали, поскольку имел огромное уважение к Кали. И вот он, этот хозяин магазина, был преданным Кали и всегда имя Кали повторял. И сладости, соответственно, называл в честь Кали. Если вы скажете, нужны сладкие шарики, он вас не поймет. Нужно сказать, назвать шарики каким-то именем Кали. И вот эти шарики были формой похожи на какие-то вещи, связанные с Кали. Айман, например, это сладкий шарик. И вот этот хозяин сладости начал шутить с ним, что ты баджаном не занимаешься, кто Кришна вообще такой. И вот Радхараман, и вот этот хозяин магазина говорит, что нужно бы баджан кали совершать. И Радхараман сказал, что смотри, почему, если вы совершаете кали-баджан всю жизнь, но когда вы умираете и несете умершего в крематории, почему не кричите «Джай Кали», а кричите «Харибол», «Рамнам Сатяхе» и прочие имена Кришны, Хари и Рамы. И этот человек, он испугался, что такой маленький мальчик, а такой умный ответ дал на его шутку. И много других случаев случалось. Однажды Шрила Прабхупад дал наставление Радхараману. Он был доволен, что он совершает такое великолепное служение. И через это служение он развил Сиданта Гьяну. И Шрила Прабхупад дал наставление одному из редакторов Гаудии, чтобы тот написал просьбу Радхараману, чтобы он написал что-то о Гуру Татве. И вот как пришло ему весть такая, что его просят написать что-то о Гуру Татве. И вот он написал статью, отправил ее. И когда статья пришла к редактору Гаудии, то он посмотрел, все хорошо тут, но что тут ошибка? Дживери Сварупа Хой Гуру Нитьядас написала. И эдитор пошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «О, Прабхупад, смотрите, Радхараман такой наглый. Он изменил цитату самого Махапрабху. А что он пишет? Дживери Сварупа Хой Гуру Нитьядас написал вместо Кришна Нитьядас». А Шрила Прабхупад сказал: «Правильно». Он правильно написал, как правильно, да вот правильно. И у него, у Радхарамана, он был настолько чувствительный, что он мог осознать это. И он написал Дживера Сварупа Хой Гуру Нитьядас. Он написал это правильно. И Шрила Шанда Госвами Махарадж, он сам рассказал мне эту историю. Если буду говорить, что Шанда Госвами Махарадж очень любил меня, то это плохо, это подобно саморекламе. А лучше, если я буду говорить, какое чувство у меня есть к Шриле Санте Госвами Махараджу, это более правильно. Понимаете? Шрила Шанта Госвами Махарадж говорит о Баба. Однажды Шрила Прабхупад дал мне наставление, что сегодня я должен говорить Харикатху в Бхаг-базар Гаудия Матхе. И я, когда узнал об этом, то Шрила Прабхупад, и я был очень удивлен, что но это было наставление Шрилы Прабхупады, и тогда Шрила Прабхупад, он был очень умен, и Шрила Шанта Госвами Махарадж говорит, поскольку это наставление Шрилы Прабхупады, никто не может изменить. То, что сказал Шрила Прабхупад, однажды Шрила Прабхупад дал наставление Джаджавар Госвами Махараджа, и что он, Джаджавар Госвами Махарадж, что ему нужно идти на эту большую дарма-сабху, чтобы представить Гаудия Матху, понимаете? Шрила Прабхупада дал ему такое наставление: быть представителем Гаудия Матха на каком-то большом собрании в Калькутте. И Джаджа Госвами Махарадж начал плакать. Что я могу сказать? Я глупец, но мы не знаем, Шрила Прабхупада сказал тебе, и поэтому ты должен ехать туда. И однажды он пришел к Шри Прабхупаде и начал плакать, а Прабхупад сказал: почему ты плачешь? Вы отправили меня в Дармасабху, быть представителем Гаудия Матха на этой Дармасабхе, да. Ты должен ехать, почему ты плачешь, собирайся и езжай, я не могу изменить своего указания. И тогда, так или иначе, со страхом внутри он поехал и присоединился к этой Дармасабхе, и когда все пандиты, ученые высказались насчет разной сиданты, то тогда дали слово Джаджа Госвами Махараджу, что он сейчас расскажет нам о учении Шри Чайтанья Махапрабху. И он начал молиться Шриле Прабхупаде, начал говорить. И после этого все ученые начали хлопать ему, насколько прекрасно. Садгуру, он может вложить силу в вас, в ваше сердце, но вы должны быть полностью преданы Садгуру. Садгуру может дать вам силу. Бонадев Госвами Махарадж, он находится за 1000 миль от Шрилы Прабхупады в Англии, но Госвами Махарадж тоже там. Шрила Прабхупад, он может вложить, дать им силу, находясь в Индии. Гурудева Татма. Если наше сердце будет в гармонии с сердцем Шрилы Гурудева, то тогда не будет никакого недостатка силы, поскольку бесконечная сила, она придет к нам из правильного, должного источника. Когда он закончил говорить, Мадхава Госвами Махарадж одним своим учеником, Нандана Прабху, ему сейчас 95 лет, по-моему, и вот он говорил, когда он закончил говорить, то они начали... Они даже 3 раза прозвонили в колокол, и это означало, что его речь была просто великолепна. И как это было возможно, только по милости Гурудева и по милости Шанты Гурудева, Шанты Госвами Махараджа была бесконечная энергия. Он был, вся эта энергия, она исходила от Шрилы Прабхупады. Шанта Госвами Махарадж сам говорил, однажды Шрила Прабхупад дал наставление, что Радха Раман будет говорить Харикатху, и я не знал, что делать, поскольку было много ученых, а мне всего 14 лет было. Я начал говорить по милости Шрилы Прабхупады, и Шанта Госвами Махарадж говорил, что я не знаю, что случилось, но Шрила Прабхупада стоял на балконе и смотрел на меня. Точнее, я не знал, что Шрила Прабхупада смотрит на меня, поскольку если знал, что Шрила Прабхупада смотрит на меня с балкона, я бы потерял сознание. И когда он закончил говорить Харикатху, Шрила Прабхупада, он похвалил его. И посмотрите, это магия Гуру Севы, что такое даже маленький мальчик, как Радха Раман, он по милости Гуру Севы, он по милости своего Гурудева, он смог говорить Харикатху. Образование, это значит Сева. И после того, вскоре Шрила Прабхупад ушел из этого мира, и черные дни настали для Гаудия Матха. И в то время Рада Роман, он был несовершеннолетний еще, и он не знал, что дальше делать. Он думал вернуться домой, но не для того, чтобы наслаждаться. И потом, и вот когда Гаудия Матхи разделился на несколько этих группировок, то он не знал, что делать, и в итоге вынужден был вернуться домой. И Мадхав Госвами Махарадж Хайгри Брамачари вернулся к нему, пришел к ним домой, узнал сначала, что он вернулся домой, и пришел к ним домой и спросил его, как вы позволили своему сыну вернуться домой. А он сказал, что я не позволял, он сам пришел. И Бхактидайта Мадхав Госвами Махарадж, он забрал его в свой матх. И Рада Роман, он вернулся в матх с Хайгри в Брамачарье, и до последнего момента своей жизни Шрила Шанта Госвами Махарадж, он говорил, что Мадхав Госвами Махарадж, он спас мою жизнь. Рада Роман, он вечный спутник Шрилы Прабхупады, но никто не говорит таких сокровенных вещей. Только Шанта Госвами Махарадж, он говорил сам, что я был очень опечален, вернулся домой, но Мадхав Махарадж пришел и забрал меня назад в Гаудия Мат, и впоследствии Шанта Госвами Махарадж, он начал проповедовать, и они основали Гаудия Мат в Миднапуре, в Шьямананда Гаудия Мат. Я Махарадж там был, несколько раз говорил Харикатху. И после этого Шрила Бхактидайта Мадхав Госвами Махарадж, он собирал пожертвования, они смогли выкупить это здание. Там был и в этом здании, которое они купили, там привидения жили. Они во время харикатхи иногда кидали кирпичи сверху. И вот это опасно, да. Достаточно было всегда. Это привидение беспокоило находящихся там. И Мадхав Махарадж со остальными преданными начали совершать санкиртан. И под влиянием санкиртана, яги, этому привидению пришлось уйти. Оно ушло из этого здания. И Джаджа Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, они начали совершать прекрасный киртан. И это привидение было вынуждено уйти. И сейчас там большой храм. Но одно но. Бхактидайта Мадхав Госвами Махарадж Хайгрива Брамачарья, он хотел купить это здание на имя Рада Роман Брамачарья. Хотя он сам собрал все деньги, но потом старшие преданные переубедили, что нужно на Джаджа Госвами Махараджа оформить. И сейчас это матха Джаджа Госвами Махараджа. И Рада Роман Брамачарья, он хотел купить одну землю в Кешаре. Там Шьямананда Прабху, Расикананда Прабху, они проповедовали. Если буду говорить об этом, это займет часы. И Кешава Госвами Махарадж и Рада Роман Брамачарья, они решили, чтобы построить матх там в Кешаре. И один землевладелец, он хотел пожертвовать эту землю, ему нужно было, чтобы они какую-то ложь сказали в суде. И он сказал, что вы соврете в суде один раз, я вам эту землю пожертвую. А Радарман Брамачарья сказал, что на таких условиях ваша земля не нужна нам. Дадите вы землю или нет, это от вас зависит, но врать я не буду. Это, смотрите, одно из качеств Вайшнава. Сейчас очень сложно найти такое качество. Многие ради малейшей выгоды готовы врать. Вы сами можете пойти посмотреть практически везде. Ради каких-то мелкой выгоды многие готовы говорить ложь. И Мадхава Госвами Махарадж дал наставление Джаджава Госвами Махараджа, что Джаджава Госвами Махарадж, ты на старший брат Боги, и вы можете дать саньяс Радарман Брамачарье. И вот you can give sannyas to Jadavara Simha, that is requesting, you can give sannyas to Radharani. Yes, I can give. И вот он сказал, да, и Радарман Брамачарья, когда он принял саньяс от Джаджава Госвами Махараджа в храме Кирачора Гопинатхи в Римуне, в Баджан-кутире с Шьямананда Прабху. Он принял саньяс там, в Кирачора Гопинатхе, и начал проповедовать. Какой киртан он совершал? Многие стыдятся совершать киртан перед двумя людьми. Шанта Госвами Махарадж, он пел перед тысячами людей, и без микрофона, без усилителей во время Радха-ятры Гундича Марджана он совершал киртан перед тысячами людей. И это было без микрофона в то время. Он великая личность. Шанта Госвами Махарадж, он говорил, что в тот момент, когда гуру и вайшнава оставят меня, в тот момент, когда гуру и вайшнава, они не дадут мне никакой севы, это будет мой последний день. Я хочу, все мои братья в Боге, они дают мне служение, потому что любят меня. Сева, служение — это моя жизнь. И во время обновления места явления Шрилы Прабхупады в Пури, во время реставрации, они думали, где жить. А когда Шрила Шанта Госвами Махарадж, он узнал, что Мадхав Махарадж снял какую-то комнату в отеле, чтобы жить там, но он был очень возмущен, что как это? Я по милости Мадхава Госвами Махараджа построил мать в Пури, а почему он не живет в моем матхе? Он сказал, что вы должны жить здесь, это ваш матх, вы должны жить в моем матхе. И Бандав Госвами Махарадж, он тоже жил в конце своей жизни в матхе Шрилы Шанты Госвами Махараджа. Саду, настоящий саду, у него должно быть большое сердце, он может обнять весь мир, это один из признаков саду. А если у саду нету такого любви ко всем, то это не настоящий сада. У саду не должно быть враждебности никому. Однажды, много раз Шанта Госвами Махарадж был очень разумен. Если кто-то приходил к нему и спорил, то Шанта Махарадж, он имеется в виду, что если кто-то приходил спорить насчет каких-то духовных вещей, с кем-то спорил, множество свидетельств приводило, тот человек опять что-то говорил, а Шанта Госвами Махарадж мог одним словом прекратить этот спор. И вот однажды в Бихале Шанта Госвами Махарадж, он организовал большой праздник, все братья-боги были там. И вот много вайшнавов было там, много ученых. И вот ученые говорили, там и однажды какой-то Майвади приехал, никто не знал, что он Майвади, но так или иначе он приехал, начал говорить. И когда начал говорить Шанта Махарадж, он разгневался, что значит, тут какую-то Майваду несут. Он говорил, что Джива — это Брахма и прочую Майваду. Шанта Махарадж очень разгневался и ждал, когда же он закончил. И когда он закончил, Шанта Госвами Махарадж сказал: «Ты Брахма?» «Да, Брахма». «Ну хорошо», ничего не сказал. И после этого, когда пришло время Шанта Госвами Махараджа, он когда собрался говорить, этот человек сидел рядом, этот профессор Майвади, и Шанта Махарадж говорил о бхакти-йоге. И потом впоследствии Шанта Махарадж еще раз спросил, он Брахма, он подтвердил, что да, он Брахма, а я Брахма, тоже Брахма. Он спросил, что Брахма — это нирвикара, без каких-либо искажений. И Шанта Махарадж взял палку и попытался ударить этого профессора. Профессор, он попытался увернуться, и тогда Шанта Махарадж сказал, что почему ты пытаешься вернуться от палки, ты же Брахма, ты не подвержен никаким изменениям и беспокойствам, а значит, ты никакой не Брахма. И вот так, одним словом, буквально он разрубил философию этого Майвади. Почему мы ходим на какие-то большие собрания просто поесть там? Нет. Чтобы получить какое-то удовлетворение, слушать какую-то харикатху ради общения. Но сейчас часто на таких собраниях одна политика. Этому здесь нельзя, там говорить нельзя, такая, как больница. Что кто-то из моей, как сказать, моей группировке ему полчаса можно говорить, а вот он с чужой группировки ему вообще нельзя говорить. В общем, одна политика. Но Шанта Госвай Махарадж был настолько нейтрален и не привязан, когда он вот на какой-то обычном сабье он и Шанта Госвай Махарадж, когда кому-то давал слово, то если он видел, что человек, который говорит, он говорит по делу, то если он за 20 минут там не закончил свою мысль, то он давал ему дополнительное время, чтобы тот полностью закончил свою мысль, поскольку человек говорит хорошо и сам практикует то, о чем говорит. Но сейчас, если посмотреть, если 10 минут кому-то дали, то неважно, о чем говорит человек, такого время говорит, что хватит. А какая главная обязанность сабхапати, президента собрания, какая же главная функция, главная обязанность председателя собрания какого-либо? Можете пойти спросить, что они вам ответят. Никто не может дать совершенный ответ. А на самом деле, что такое, какая обязанность сабхапати? Это то, сделать так, чтобы аудитория получила максимальное благо. Понимаете, что я хочу сказать? Ну, и он должен сделать так, чтобы слушатели получили максимальное благо от спикеров. Это главная цель сабхапати. Он для того, чтобы принести вам блага, а не для того, чтобы дать высказаться всем, кто пришли. Шанта Махарадж, он именно был полностью нейтрален и делал так, чтобы слушатели получили нас как можно больше блага. И Шанта Госвами Махарадж в последнее время своей жизни он явил Мауна-врату, он не говорил ни с кем. И перед тем, как оставить тело, эти несколько лет он являл лилу молчания. Он очень помогал мне в публикации. И я хочу сегодня еще несколько слов сказать о нем. Когда в моем матхе меня сделали редактором Патрики, то я не был таким старшим преданным, но у меня была обязанность. Я должен был редактировать статьи, а обязанность редактора — редактировать то, что присылают. И если какие-то старшие преданные пишут то, что не соответствует Сиддханте, то мне сразу говорили, чтобы я ничего не исправлял, там не смел ничего исправлять. А я читал, смотрю, какая-то ерунда там написана, и ошибки в Сиддханте, то что делать? И тогда, по милости Гуру Махараджа, я план разработал. Мой Гурудев, он был достаточно пожилой, и я не хотел его беспокоить. И лучше, если бы я шел к Шанте Госвами Махараджу. Шанта Госвами Махарадж в то время был очень здоров, являл такую активную лилу. Он приходил, Бабаджи Махарадж приходил к Шанте Госвами Махараджу, спрашивал, что вот я эдитор сейчас, редактор, и старшие преданные присылают письма, просят ничего не менять в их Сиддханте, но проблема ошибки находится там. И Шанта Махарадж спрашивал, где. А я говорил, что я сейчас прочитаю то, что они написали, а потом то, что я исправил. А вы скажете, правильно я исправил или нет. И вот я читал когда-то Шанта Махарадж на те ошибки, которые я находил, он тоже говорил, что это ошибки. Потом я читал исправленную версию, то Шанта Махарадж одобрял это. И я возвращался, публиковал, и те люди потом приходили, возмущались, почему тут исправил их статьи. А я сказал, что я ничего не менял. Я пошел к Шанти Госвами Махараджу, он сказал, что тут все неправильно. Я исправил, и вот так получилось. И потом они уже не могли возмущаться, поскольку Шанта Госвами Махарадж, он был старший и преданный. Много иностранцев, как вот один Ришикеш Махарадж с Америки, сейчас он уже ушел в Нитялилу, но они брали меня с собой, когда ехали к Шанти Госвами Махараджу, чтобы я переводил с, как сказать, ну, с индийского на понятный. И вот он все время помогал мне, Шрила Шанта Госвами Махарадж. Я, когда я был на Сурьякунде, то я находился на Сурьякунде, писал что-то. Сурьякунд, да, это то место, где Радхарани проводит свои полуденные лилы. Ну, это где-то вдалеке. И вот Радхарани под видом поклонения Богу Солнца, она шла на эту Сурьякунду, и вот Махарадж там жил какое-то несколько лет. Потом Махарадж написал книгу о славе Сурьякунды, и кто-то прочел эту книгу, вдохновился и обустроил там все. И в то время я послал письмо Шанти Госвами Махараджу через одного преданного, его звали Кришнадас, и я рассказал о чувстве моего сердца, что я хотел сделать много гуру-севы, но многие против этого. И Шанта Госвами Махарадж, когда он прочел мое письмо, он написал мне ответ. И это письмо было опубликовано в его журнале. И Шанта Госвами Махарадж, он говорит, что сейчас мне уже больше 85 лет, мое здоровье не очень хорошо, я нахожусь в Кешаре, Мандире, а вы описываете свою историю жизни, я очень доволен. Вы хотели совершить служение, и ваша обязанность совершает то или иное служение. И Шанта Махарадж, он указал мне, что я должен делать, какое именно служение я должен совершать. Я жил на Радхакунде, у меня не было ни копейки денег, даже еду я просил у Раджаваси. И Шанта Госвами Махарадж сказал, что я должен служить всей сампрадаи, а я думал, что я какое-то маленькое создание, что я могу сделать для нашей сампрадаи. И впоследствии я обнаружил, что то, что предсказал мне Шрила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж, это все проявилось в моей жизни, это все стало так, как он предсказывал. Шрила Шанта Госвами Махарадж предсказал это мне за много лет до этого, и сейчас, по милости Гуру Вайшнавов, все старшие преданные, они дали мне указание, что я должен писать какие-то протестные статьи в защиту нашей сампрадаи. И до сегодняшнего дня, по милости Шанты Госвами Махараджа, Шанта Госвами Махарадж дал мне указание, не пытайся менять сиданту. Если кто-то просит уйти тебя, то уходи, но не меняй сиданту. Ты с великим вдохновением и энтузиазмом должен писать так, как нужно. И какие-то люди сейчас зовут меня куда-то, а кто-то не считает нужным звать меня, поскольку я говорю об абсолютной истине, и никто не может осознать и принять это. Нет. И вот однажды в Чиндигархе я был там на том собрании, я видел, что спикеры некоторые, они, как сказать, обмениваются, дают титул Госвами всем подряд. Я сказал, что Госвами очень высокий титул, всего лишь 2 или 3 вайшнава имеют такой титул, а раздавать всем подряд это глупо и выглядит неуважительно к тем настоящим Госвами. И впоследствии этот человек, который и потом я написал статью в Панджике, в этом календаре, в журнале Девананда Годи Матхья, что Госвами очень высокий титул, нельзя называть людей, которые даже близко не соответствуют этому образу, этому титулу Госвами, то есть это неуважительно просто. Они называли друг друга Госвами только потому, что один называл другого Госвами, а другой первого, поскольку тот ему тоже такой титул дал. Госвами можно получить от того, кто сам Госвами. И однажды Шрила Шанта Госвами Махарадж, он был болен, не очень болен, но все же лилу болезнью являла. И вот Сагар Госвами Махарадж, ученик Парвати Госвами Махараджа, он жил в Удале. Он пришел однажды, чтобы встретиться с Шантой Госвами Махараджем. Шанта Госвами Махарадж очень любил, уважал его. И однажды, тем временем, и вот они обсуждали философию. И после этого Махарадж, Сагар Госвами Махарадж, он сказал, что сейчас никто не хочет жить в храме, никто не хочет соблюдать брахмачарья врату, саньяса врату совершенным образом. И Шанта Госвами Махарадж, он начал шутить: кто сказал тебе, что не будут жить матхи? Да. И Шанта Махарадж, он сказал, что как не могу смотреть, если ты для каждого саньяси и брахмачари организуешь женщину, то эти саньяси и брахмачари будут жить в матхе с таким условием. И вот они посмеялись, а все остальные разозлились. И вот мы должны быть очень осторожны сейчас брахмачари такие после слишком много за собой ухаживают, косметикой пользуются, но это просто смешно. И вот вот если какие-то такие несерьезные брахмачари и саньяси приезжали к Шриле Шанте Госвами Махараджа, то Шанта Госвами Махарадж говорил, что, конечно, можете у нас остановиться, но вы должны говорить о Нитьянанда Татве в Надхмандире. И когда они об этом слушали, они решили, что лучше в другом месте где-то останавливаться. А еще какие-то люди приходили, чтобы принять саньясу Шрилы Шанты Госвами Махараджа. А Шрила Шанта Госвами Махарадж, он говорил, что да, конечно, если вы примете саньясу меня, это будет подобно моей смерти. И такие люди, они понимали, что им ничего не светится, никакой саньясы от Шрилы Шанты Махараджа и не быстренько уходили. Я молюсь Шриле Шанти Госвами Махараджу, чтобы по его милости я мог совершенным образом совершать баджан.